Такого еще никогда не было. Что это за хуйня? Это просто максимум. Вчера пюрешка была без комков. Странно. Что? Он подбирает слова индикаторы. Короче, позвали меня сниматься на канал «Сквозь», не объяснили вообще, что я буду делать, я прихожу, а здесь дети. Я правильно понял? Мне нужно будет смешить детей? Не используя кривляние и поясничек. Если что, то в описании ссылка на выпуске ЦП. «Сквозь». Как можно развести ребенка без кривляний? Hello, my name is Eric. А уже что ли? Уже съемка идет? Да. Привет. Привет. Hello. Платье, одежда, красиво у тебя. Где в этом шутка? Давай соберемся. Я тебе расскажу шутку, а ты очень громко посмеешься с нее. Сара, сколько тебе лет? Скажи, дядя. Как ты это сделал? Я ее отец. А ты не заметил, что у Сары просто Саша на лицо, но с волосами? Саша, красивое у тебя платье сегодня. Спасибо. Саша. Саша, это он. Саша, красивое платье. Любишь троллей? Я тоже люблю, особенно в комментариях. Смешно, да? Бум! Абсолютный победитель. Благодарю вас, Эдвард. Вишки, на голову телевизор. На голову что? Да. Ну, Тим, на голову торсе тебя натримал. И когда мы прошли, он такой на голову торсе. Он так посмотрел, он сказал, что он кого-то ебал. Когда мы проходили, клянусь, так и было. Мы проходим, он стоит на коленках. Я даже покажу. Тим, он так стоит. Он так стоит. Мы проходим, он вот так стоит. Ну зачем так прерывали? Аж показал. Что, документалист? Да, я инструменталист. Я хочу кушать, поэтому мы идем за Бурехом ворвать печенье. Я надеюсь, у нас здесь есть. Бараночки. Так что, можем отдать стаканчик. Угу. Тебе хватит двух стаканов баранок? Да, мне хватит двух стаканов баранок. Бо, спасибо. Обычно у нас побольше ассортимент, конечно, но... Не сегодня. Конец недели все такое. Да-да. Когда новое видео, Бобрех? Где? На канале Бобрех. Да. Пошел делать его. Вот дебил, да? Ну что, пацаны, примите меня на работу, потому что надо как бы... Контент. Расскажите о себе, пожалуйста. Я. А вы точно хотите быть моделью? Да, как вы себя видите в модельном бизнесе через 10 лет? Сниматься точно не зовем, потому смотрите. Что вот, ну не зовем. Подождите. Я красивый. Валерий Анатольевич, давайте расскажем. Ну, есть у нас как бы одно условие, смотрите. Вы можете сразу без кастинга, да, пройти, если у вас будет штатной моделью. Угу. Там пройти в соседнюю комнату, видели, с диваном проходили, в кожаный. Да, да, да. Там пойдите, располагайтесь, раздевайтесь и как бы мы подойдем. Окей, спасибо. Мне очень нужна эта работа. Спасибо, ребята. А вот этот мужчина за вами пойдет на себя. Идем. Баня. Моя кожа такая мягкая, потому что я использую косметику Мэрикей. Ссылки в описании. Я думаю, куда ты снимаешь, как ты ешь штанки. Я тебе больше скажу, я буду снимать, как я ем баранки и кручусь на стуле. Нет. Подожди. Тогда я будешь придумать. Крутись на стуле, ешь баранку. Да-да-да. Раскручивай. Чеги. Верчу мир на хую, как будто спиннер. Верчу на хую, как будто спиннер.
Слушай, ты был... Я у мамы идиот. Тебе кресло испарилось. Кручусь, сверчусь, кручусь, сверчусь, кручусь, сверчусь. Давай покажу, сейчас смотри, смотри. Так что мы снимались с детьми, а сейчас там Рома сказал, что мы еще будем какой-то видосик снимать. А вот. Эдгар даже в двух. А Эдгар даже в двух. Ну, потому что у меня жопа большая, он одной жопой. Двух. Одной жопой на двух видео. Классно, Кирилл. Шутки от Кирилла. Подписывайтесь на мой твиттер-аккаунт и нет. Кстати, а ты не пытался таргетировать свои видосы на трехлетних? А у меня всегда... Мне кажется, взрыванешь. Я рванул твою мамку на прошлой неделе, а ты об этом не знаешь. Я помню, что мы же были оба там. Не помню! Не, это не смешно, шутки про мамок — это херня. Потому что мать — это святое. Мать? Да, это святое. Готов? Да? Нет. Маэстро. Можно даже погромче, чтобы я прочувствовал? Исследователи говорят, что прослушивание музыки снижает стресс, а также музыка может оказать расслабляющий эффект. Смотри, мы сейчас попробуем ее послушать, только при условии, что ты попросишь остановить, если тебе действительно станет не по себе, если ты почувствуешь тягость, что сердце ушло в пятки, руки наливаются свинцом и так далее. Хорошо? Базар. Все? Слушаем. Слушаем. Что пошло не так? Такого не должно было. Все, я победил песню. Я не знаю, это что-то с сетью, что ли? Давай еще раз попробуем. Окей. Она тупо сломалась, песня. Вы меня разводите? Нет, это развод. Не может песня в Телеграме сломаться. Из-за плохого интернета. Окей, я буду дальше разнить. Что за крипота, Филипп, ты что, нас вдвоем решил? Окей, хорошо. На самом деле эта песня существует, мы тебе ее потом покажем, или мы сейчас можем ее показать? Меня зовут Кирилл, мне 25 лет. Я импотент. Именно поэтому я хочу спать. Окей. Этот ролик, который мы сейчас снимаем, нужен для того, чтобы перенаправить людей на наш новый канал. Мы откроем канал с ужастиками, и там мы расскажем настоящую историю этой песни. Она существует, «Мрачное воскресенье», и после нее реально люди сами выпиливались. И вот эта она сейчас реально была, да. Я опять не разбираю. Нет, она реально была, вот эта она. Ой, я тогда дома послушаю. Хорошо. Сегодня, я надеюсь. Хорошо, да. Резко позвала на кухню, сказала: угощайся ухой. Я сказал: ты что, сумасшедшая, я не люблю это, я весь глухой. Кинул свое брюхо и лишной член. Он пошутел, а вчера немного покраснел, уменьшился размер клуба. Все, закончились съемки на сквозе, я теперь звезда. Пизда. Еее, ура, добил шутку. Это ждал. Вот так вот. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Меня зовут Олег. Классный пранк. Отлично. Тупо, сейчас подойдет Эрик и будет дичь. Это было охуенно.
Короче, подписчики Кирилла, пишите, что вы думаете, что он сказал? Да я им ничего не успел сказать. Не успел? Смотри. Подожди, тихо. Смотри. Тупо. Да. Съебали. Тапок в пол. Да ты такой стрёмный просто, посмотри на себя. Такого еще никогда не было. Что это за хуйня? Ты как-то плохо ладишь женщин. Может, они сразу видели, что ты не свободен. Или у них работает гей-радар. Они такие, не-не-не, с ним ничего не надо. Гей-радар скорее сработал на дальнее расстояние. А, на тебе гей-радар не работает, ты же не гей, ты же пидорас. Классная шутка. А? На меня работает мудак-радар. Мудак-радар. Он ломается просто. Ломается, знаешь, да. Бесконечно там начисляет очки. Тут я попал на съемки каким-то хачам, они снимают классные видосы, подписывайтесь очень на их канал. Смешно. Очень хачи. Смешно. Хачи прям не могу. Наво, главное наво. Навозы. Ладно, знаешь, ладно. Ты заслужил, как так называли. Афроамериканцы, извините. Спасибо. Давай, выбирай. Я исправился. Мой влог будет посвящен закулисью Ютуба. До этого мы снимали сквозь. А сейчас вот на съемках у Must Gone Show. Пранкуем людей около. Ох, что это популярность. Как же они задолбали, блин. И эти фотки. Постоянно пристаем к людям, говорим, сфоткайтесь. Да. Отпусти уже человека, не хочешь с тобой фоткаться. Да я вообще приставучий. Я ужасный человек. Короче, что я могу сказать? Что ты монатик? Видимо, ничего. Вокруг тебя весь мир. Да. Начинается. Какая шуточка. Я тоже хочу такую шапку, слушай. Ой, ей знаешь сколько лет? Сколько и мне? Не, я с 18 лет ее ношу, я уже 6 лет пишу. Была такая же, только коричневая, но я проебал ее. Дурак. Привет, девушки, не хотите сегодня поесть ко мне? У меня отличная шаурмичная на Абалоне. Отличная шаурмичная? Да, тупо тавтология на тавтологии. Да, я бы сказал, что это реп. Да, да, еще у меня маленький член. Но большой зум. Ну, кого-то из вас я возьму, типа, мне одна и хватит. Я просто не справлюсь с двумя, честно. Не, не хотите, да? Блин, у меня камера одну секунду за три считает. Класс. О, все, повелись. Взял номер у одной, походу, уже. Перестаю дышать. Не. Руки на минимум, чтобы не мешать, да. Фиолетовая вода, не знаю. За кого нас держите? Вы что, похожи на ракомакафон? Нет! По заявкам людей. Что странно, обычно ведь. Еще одна идея есть. Какая идея? Ну я хочу это. Давайте вы споете, а мы только поем. God damn. Conversation with Ed. Freezing around the yard of fraternity. Which is B7. Это почилы Western Freezes. Breaking bread like of Jesus, money and everything, but somehow Jesus мутило вообще. Ну давай, может быть, что-то популярное, панду. I got brought in Atlanta. Twisted up in an offender. Credit cards in the scammers. Что-то. Black X6. Phantom. White X6 with the vendor. Don't see myself. Moving out of focus. Taking all my energy, yeah. How could I not notice that you became an enemy? Up so high.